полный вперед! Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы еще сделаем одно практическое занятие, абсолютно простое, которое вы можете использовать в повседневной жизни. Это практика «Я активный и я наблюдающий» в одном лице. Практика двойного восприятия. Итак, что мы делаем? Мы идем по улице. Я идущий, я четко концентрируюсь на ощущениях в своем теле. И я наблюдающий за мной идущим. Я выгуливающий собаку, и я наблюдающий за собакой. На первых порах будет сложно, будут переключения, частично то я тут, то я там, то я тут, то я там. В какой-то момент эти переключения станут незаметны, и вы научитесь воспринимать себя с двух ракурсов. С активного, я действующий, и с наблюдающего. Я не назову этот ракурс пассивным, потому что вы можете наблюдать и за собой пассивным, лежащим, за собой отдыхающим, за собой релаксирующим. Просто вы научитесь фиксировать себя со стороны, наблюдать себя со стороны. Как только вы переходите в режим наблюдения, вы переходите в свой внутренний мир, вы переходите в измененное состояние сознания. Это дает свои бонусы, положительные бонусы. Бонусы как по здоровью, так, например, в переговорном процессе вы можете наблюдать, что и как вы ведете. Вы можете выключиться из-под манипулятивного давления модных ныне техник, в том числе НЛП. Вы можете отключиться от гипнотического воздействия, любых других техник влияния. И все каким образом? Просто. Наблюдая себя со стороны. Более того, у этой практики есть еще один бонус, очень здорово, если он войдет в вашу жизнь. В режиме активном мы, как правило, активно включаемся в бой, не замечая многих вещей. Наше подсознание их записывает, но нам их не предоставляет в дальнейшем в виде информации из своего собственного подсознания. Для людей, кто живет в двойном восприятии, станет нормальным, проснувшись утром, вдруг по-другому взглянуть на те события, которые с ним происходили накануне, когда он был вот в этом двойном восприятии. И тогда вдруг очевидно станет, где вам люди лгали, где вас пытались обмануть или наоборот, где вы считали, что человек не искренен, а человек был действительно честен и искренен с вами. То есть вы увидите те моменты, которые вы не замечали, когда вы были в активной игре. Вот эта игра, вот это восприятие дает возможность наблюдать за собой в игре. Ну и параллельно сводит риски провальных операций, особенно в бизнесе или в личной жизни, или к минимуму. Итак, дорогие друзья, тренируем двойное восприятие. Это была, по сути дела, последняя подготовительная техника для тех, кто все-таки решится заниматься экстрасенсорикой и захочет проходить определенные физические упражнения, делать, проходить определенные базовые моменты подготовки по сверхчувственному экстрасенсорному восприятию. Спасибо за внимание. С вами была я, Наталья Зайцева. До встречи!